Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы взять у вас интервью по поводу того, что вы здесь делаете, как ваша жизнь и что вы дальше планируете. Сегодня День Победы, с праздником всех. Сегодня я пришел на вот этот стадион, чтобы полюбоваться красотой, посмотреть, как там лето, как наша жизнь ваша. Там. И вот я пришел к вам, чтобы увидеться с вами и покататься на велосипеде. Сейчас я вам это продемонстрирую, но еще почему я долго не выходил на улицу, потому что там у нас сейчас самоизоляция, все должны самоизолироваться и сидеть дома. И я хотел, и это мой первый раз, когда я буду на этом стадионе. Итак, сейчас я продемонстрирую вам ярчайший номер моего трюка. Я поеду вот так вот, и мы посмотрим, что закончится в самом конце. Это был мой традиционный дрифт на нашем канале Шердаков Ярослав. Это был дрифт, который я продемонстрировала. Скорее управляемый занос, да? Да, скорее управляемый занос. Но у меня было много попыток, у меня не получалось, и наконец-то получилось. Это наша программа на Шердаков Ярослав.